Привет, друзья! Вы на канале Крипто Даша. И сегодня у меня новое видео и новый обзор на интересный молодой проект. Проект называется Warlock BNB Finance. Но сначала напомню, что на своем канале я делаю обзоры на криптопроекты и никогда никого не призываю инвестировать. Я просто знакомлю вас с проектом, а куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Ну и перейдем к самому проекту. Warlock BNB. У них есть свой токен, это игровой токен, созданный геймерами для геймеров, который будет использоваться как классический драгоценный камень, который вы видите в современных играх на любой платформе iOS, Android, ПК, либо консоли. Вы также сможете использовать токены в первой игре со ставками и в других, которые придут, и в больших, с которыми они будут сотрудничать. Скоро их токен можно будет обменять на PancakeSwap. Также видим на сайте, у них представлена белая бумага, где более подробно описывается весь проект и его функции. Что касается токеномики, то здесь на заблокированную ликвидность идет 5%, на маркетинг 5%, сжигание 2% и награды в BNB 8%. Что касается системы наград проекта, то все держатели получают 8% наград в BNB. Здесь также противокитовая система действует в проекте. У них есть защита от ботов. Они собираются установить 1% в качестве максимального количества в одном кошельке. Поэтому вы не сможете купить или иметь более 1%. На сайте проекта также есть дорожная карта. Здесь все мероприятия и планы по дальнейшему развитию проекта. Первый квартал 2022 года. Да, у них уже планы на следующий год. Итак, здесь будут выпущены другие базовые игры. Также команда приступит к написанию кода и созданию платформы NFT, рыночная капитализация которой оценивается более чем в 5 миллионов долларов. На второй квартал их команда выпустит удивительную и увлекательную игру для iOS, Android, полную ведьм, колдунов и существ. И, наконец, третий квартал – это будет первая крупная игра. Их токен станет жемчужиной уже известной игры в игровой индустрии. И, конечно же, у проекта есть сообщество, которое растет и развивается в Twitter, Telegram, Instagram и Reddit. Присоединившись, всегда можно следить за развитием проекта и быть в курсе всех актуальных новостей. Вся подробная информация о проекте есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, пиши комментарии и увидимся в следующем видео. Всем пока!